Привет, мои хорошие! Сегодня у нас последняя распаковка с AliExpress. Почему последняя? Потому что у меня в дороге больше нет никаких заказов, потому что заказывать больше нечего. Если я, конечно, найду что-то интересное, то обязательно закажу, и распаковки еще будут. Ну а пока последняя. У меня один пакет из вот этого вот магазина. Я отсюда заказывала последний раз бежевое пальто и бежевую водолазку. Распаковка была. Из-за того, что мне очень понравилось качество водолазки, я решила заказать еще 3 кофточки. Посмотрим, будут ли эти кофточки такого же качества, как и водолазка. Надеюсь, что будут. Посылка, кстати, пришла быстро. Недели 3, наверное. Открываем. Всегда аккуратно открывайте свои пакеты, потому что можно повредить то, что находится внутри. Накладная. Так, раз кофточка. Два кофточка. Три кофточка. Подарков нет. Вот видите, я столько вещей в этом магазине заказала, а подарков мне нет. Вот так вот. Будем открывать. Начнем, наверное, с черной, то, что у меня в руках. Все цвета, как вы заметили, я взяла нейтральные и базовые цвета. Так, черная кофточка. Ну, куча этикеточек. С названием магазина. Здесь я тоже. Бумажка. Запаха нет. У предыдущих вещей тоже запаха не было, кстати. Классическая вот такая вот черная кофта. Ничего на кофточке нет, насколько я помню. Да, просто черная кофта. Я взяла самый большой размер XXL. Конечно, она не сядет на меня, так как сидит на модели, потому что модель там очень-очень худая. Так, показываю, что за материал. Так, это уже мои волосы уже прилипли. Вот такой вот материал. Материал натуральный. Так, черный цвет всегда искажается. Швы ровные. Это были внутренние, сейчас покажу снизу, как обработано. Вот черный цвет, вот делать распаковку, это вообще что-то. Ну, скажу так, все аккуратно. Так, воротничок тоже покажу. Поглажу, примерю, покажу. Надеюсь, она мне не маленькая. Дальше идет белая кофточка. Тоже и самые этикетки с магазина. Вот это вот пакет, я не очень поняла, зачем он нужен. Здесь пакетик такой бумажный. Но он пустой. Ту-ту-ту. А черная кофта у меня в размере XL. А вот на какие параметры советует ее продавец? На рост 170 и... Бюст 92А. 92 это какой? Не знаю я такой. Вот такая вот обычная кофта. Тоже классика полная. Ничего нет. Единственное, вот черные полосочки. Черные линии на рукавах. Материал вот. Швы очень аккуратные, девочки. Я даже не знаю, что вам показать, потому что на самом деле в этом магазине подозрительно все аккуратное. Так, снизу такая обработка.
А, состав посмотрим. Я же забыла посмотреть состав. Хотя, наверное, на китай. Да, все на китайском. Но скажу так, материал хороший, натуральный. Идем дальше. Третья кофточка. Вот эта вот кофта, я сейчас. Это у меня то ли серый, то ли бежевый цвет. Я теперь не помню, что я заказывала. Размер XL. Здесь тоже все, как видите, классика, ничего интересного, кроме рукавов. Эта кофточка потоньше, чем белая и чем черная. Это потоньше. Рукава вот такие. Это, по-моему, серый цвет, да. Он такой, знаете, холодный серо-бежевый. Главное, чтобы эти кофточки не были мне маленькие. Что вам показать? Вот снизу тоже покажу. Вот здесь два разрезика по бокам. Поближе материал, ткань точнее. Мои хорошие, вот кофточка в надетом виде. Я не знаю, что вам сказать. Качество, как видите, хорошее. На меня она села хорошо, длина рукава вообще замечательна. Я не знаю просто, что вам сказать, кроме того, что у этого продавца на самом деле очень хорошего качества вещи. Это из троих кофточек самая тоненькая и самая коротенькая. Остальные же чуть поплотнее и подлиннее. Знаете, когда ваш гардероб пополняется хорошими качественными вещами, прям настроение поднимается. И тем более, когда эти хорошие качественные вещи вы купили за недорого, то вообще настроение поднимается. За дорого купить хорошую вещь может каждый дурак. Черненькая. Классика, классика, как я и говорила, ничего такого выдающегося нет, кроме прорезей в рукавах. Но не знаю я, мне немножко некомфортно вот эти вот прорези. Мне больше нравится вот так вот, когда обычно. Если бы рукава были бы длиннее, может быть, мне было бы комфортнее. Вот так, если бы это было. Но у меня высокий рост, длинные руки, поэтому мне более вот так комфортно носить ее, как обычную кофточку с обычными рукавами. Больше ничего в этой кофте интересного нет. Все вот простенько, простенько. Я боюсь близко подойти, сразу цвет искажается. Но кофта замечательного качества. Я вам честно, девочки, вот этот магазин, вот этих кофточек могу советовать. Там очень много отзывов, почитайте, посмотрите. Так, пойду мерить беленькую. А вот и беленькая. Тоже простенькая, аккуратная. Только вот ее украшают вот эти вот полосочки, линии черные. У нее рукава широковаты, чем у других. Но мне нравится. Она, ну, я не знаю, это комфортно в ней. Мне нравится длина рукава. Это вечная проблема для меня, даже вот здесь, когда в Турции я хожу по магазинам, вечная проблема бывает. Рукава вот так. А длина вещей вообще бывает коротенькая. Я не знаю, на кого здесь они шьют, честно скажу. Мне проблемно бывает здесь найти вещи. Вот как видите, и длина у нее хорошая на мой рост. Кстати, у меня рост 174, все так же, меньше не стал, выше тоже я не стала. А состав кофточек, если я не забуду, я напишу где-нибудь. Надеюсь, я не забуду, как обычно. Еще раз повторюсь, девочки,
я могу смело рекомендовать вам вот этот магазин. Именно вот кофточки. У меня вот эти три кофточки оттуда. Еще водолазка бежевая предыдущая. Качество у всех вещей очень хорошее. Запахов не было. Ниток тоже торчащих не было. Поэтому я могу вам смело рекомендовать. На этом закрываюсь. Если вам понравилось мое видео, не забываем ставить лайк. Мне будет приятно. Пока!